если говорить, скажем так, про драматургическую идею этой книги, да, не про смысл там ее написания, а именно вот про ту идею, которая заложена туда. Это... Алло. Да, мы вас слушаем. Это художественная попытка понять и простить домашнего тирана. Вот понять, почему человек так себя ведет, что за этим стоит, почему он тиранит ближних, и каким-то образом это оправдать. Хотя, может быть, даже это и недостойно оправдания.